Икеу күннен күйе окранның елырар күндік өрәтшілер. Тұрәуіт түрітті сәрін сөйгай күрдік. Сүрегі бөрі сөйлікетерден сақын ұротнан сөйәтшіта әппетін күрдік. Киеға тұрәуіт тұла тұқтағырды күнді, онына жұғас болар. Ол күрдік әге тұрәуіт түрітті бұтын сәңәрін өретен бағалақтырғ Давайте вместе с нами шаг за шагом будем узнавать этот прекрасный язык. И предлагаю вам присоединиться к нам и посмотреть передачу «Я люблю якутский язык». Каждому известно, что с приходом весны, с приходом мая мы должны вспомнить и почтить людей, сражавшихся за наше с тобой мирное небо над головой. Мы обязаны прокрутить в памяти те суровые и трудные дни войны и проявить уважение и внимание нашим ветеранам. Сегодня мы поговорим о Великой Отечественной войне. В нашей передаче пришли учить якутский язык ученицы 15-й школы Арина и Алина. Кыи. Арина. Кыи. Ага, победа. Кыины ситисте. Кыины ситисте. Угу. Одержал победу. Улу. Улу. Великий. Ситиги. Ситиги. Успех. Таптал. Таптал. Любовь. Сана. Сана. Мысль. Кентутун. Кентутун. Гордиться. Дойду. Дойду. Страна. Са. Са. Угу. Ружье. Быга. Быга. Нож. Кыргыгы. Кыргыгы. Еще раз. Кыргыгы. Кыргыгы. Сәрилэхин. 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 Ага, битва. Сәри. Сәри. Война. Карыста. 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 Вот. Храни. Герой дубы. Герой ду. Герой ду. Бы. Бы. Герой дубы. Подвиг. Кытанах. Кытанах. Крепкий. Сарсерда. Сарсерда. Утро. Күніс. Күніс. День. Әбеттен кеге. Әбеттен кеге. Вот, молодцы. После обеда. Кеге. Кеге. Вечер. Чтобы хорошо запомнить слова, которые мы сегодня учили, давайте посмотрим рубрику «Мой словарик». Бегуня рапиттылар бытын өсте чугайдик өйдер тұғыттан мен тұлжытым ген рубриканы көрегін. Кыи – победа. Кыины сетисте – одержал победу. Улу – великий. Ситиги – успех. Таптал – любовь. Сана – мысль. Кентутун – гордиться. Дойду – страна, родина. Са – ружье. Кыргыгы – Сәрилэхин – битва. Сәри – война. Карыста – храни. Герой дубы – подвиг. Кытанак – крепкий. Сарсерда – утро. Күніс – день. Әбеттен кеге – после обеда. Кеге – вечер. Девочки, какие книги о Великой Отечественной войне вы читали? Я читала Василий Терин, Александр Твардовский. Ага. Арина? Я читала повесть о настоящем человеке Борис Полевой. Ага. А какие фильмы смотрели про войну? Я смотрела «Девчата» и «Битва за Севастополь». Угу. Я смотрела «Брестская крепость» и «Битва по Сталинграду». Что рассказывали дедушки, бабушки, родители об этих событиях? Мне сказали, то, что война длилась 4 года, немцы были беспощадны. Мне рассказывали, то, что было очень много крови, много было убитых. Девочки, а сейчас мы устроим мини-викторину на тему «Великая Отечественная война».
Итак, первый вопрос. В каком году началась Великая Отечественная война? В 1941 году. Правильно, в 1941 году. Сколько дней продлилась Великая Отечественная война? 1418. Еще раз. 1418 дней. Ага, правильно, Арина. Какая армия напала на нашу страну и в каком году? Армия фашистской Германии в 1941 году. Угу, правильно. Девочки, назовите города-герои Великой Отечественной войны по предложенным иллюстрациям и по буквам, то есть начало и конец слова. Севастополь. Какой город? Севастополь. Правильно. Так. Москва. Москва. Угу. Правильно, Рина. Москва. Минск. Минск. Правильно, Минск. Ленинград. Ленинград. Правильно, Ленинград. И последнее. Это какой город? Брест. Брест. Правильно. Город Брест. Девочки, а сейчас мы сделаем упражнение. Напишите краткое сочинение на тему «Великая Отечественная война» на якутском языке. Закончили? Да. Ага, начинаем. Ага, дойду сирете без ин сюрбеке кунагер сагаламата. Не мастер эмэске саба туспутере. Сири туорта сил болбута. Угу, молодец. Дальше. Ага, дойду сирете геруон и кимлуон киги албутте сабиеке союз бары амуктайра ханах ахсугут. Габир, самого Буалан, Кыргызстара, Сири, ЭМ, ЭН, ТУЗ, КНЮГЕР, БЮТУН. Молодцы, Кыргыздар. Күнтен күн сайда негегейд, билегид, қанға негер. Онтан Арина бастығы сырын етаққа олыз үчігейдек, сұры бұққын. Далее давайте встретимся с нашей умницей Сандарой. Добрый день, дорогие телезрители! Любая война всегда трагедия. А Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней, является наиболее страшной и разрушительной. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война советского народа против фашистских захватчиков. В июле 1941 года в Якутске и в районах республики начался призыв в армию. Призванные в армию якутяне выехали пароходом из Якутска. В первые месяцы после начала войны было отправлено в действующую армию 1820 человек. Всего в 1941 году на фронт ушло 16 964 человек. Многие из них получили первое боевое крещение осенью того же года и приняли участие в основном в обороне Москвы и Ленинграда. В 1942 году из якутян особенно отличился Федор Матвеевич Охлопков. В некоторых полках Западного фронта инициаторами развития снайперского движения были красноармейцы-якуты. Одним из них стал уроженец Вилюйского района Дмитрий Алексеевич Гуляев, награжденный орденом Красного Знамени. В числе метких стрелков были также Николай Васильевич Прохоров и Алексей Афанасьевич Миронов. В Северо-Западном фронте в составе 11-й армии отличились сержанты Иван Степанович Попов, Роман Гаврилович Кутуков, награжденные орденами Красной Звезды, снайпер Иван Васильевич Погодаев, лейтенанты Николай Докторов, Данил Кузьмин, награжденные орденами Красного Знамени.
На Западном фронте осенью 1942 года погиб прославленный снайпер-разведчик Степан Гурьевич Ковров. В боях под Сталинградом воевали посланцы Якутии, поэт Петр Николаевич Табуроков, ученый Юрий Георгиевич Шафер, учитель Николай Васильевич Егоров, артиллерист Гавриил Протодьяконов, кадровый военный Михаил Докторов. На этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи, друзья! Девочки, вот эти слова вы должны перевести на якутский язык. Так, победа, одержал победу, великий, успех, любовь, гордиться, родина и война. Начинаем. Закончили? Да. Ага, начинаем. Победа. Кыи. Кыи. Победа. Кыи. Правильно. Одержал победу. Кыяны ситисте. Угу. Великий. Улу. Успех ситихи. Ситихи. Правильно. Дальше. Арина. Любовь. Таптал. Гордиться. Кен тутун. Родина. Дайду. Война. Сири. Ага. Молодец, так гиттар. Юре питтеллер бутын олус үчүгэйди кайда бүккүт. Манан бүгүнгү беребит түмүктенер. Бүгүнгү беребитин биһиги кыйы күнүгөр анатыбыт. На этом мы завершаем очередной выпуск нашей передачи «Я люблю якутский язык». Эрю үрүн күн уонна кюхалланыныгар эйлэхтик иллэхтик олоруғым. Келер береге көрсөк кадери. Oh, 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 oh